Я здесь, Венсдей, я одна единственная до тебя добралась. А чё? А где все остальные? Она говорила, что 5 человек, а я типа одна. Ну чё, Венсдей, мы теперь с тобой подружки. Я же говорю, я Энит. Всем приветики! Рады видеть вас на моем канале Тилькаплей, я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в игру в Роблоксе, которая называется Wednesday. Я не знаю, в чем суть, но она выскочила мне в популярных рекомендациях, и я подумала, почему бы, собственно, не поиграть. А, мы можем выбрать персонажа, мы можем быть... Подожди, люди как-то выбирают персонажей. Как мне выбрать персонажа? У меня есть зонтик. О, кстати, очень мило. Сейчас разберемся. Обе это что? Так это. Смотри, так это наше вот это вот прыгать тут. Это мы с вами любим. Блин, ну я пока не могу выбрать себе персонажей, к сожалению. Ну ладно. Давайте побегаем. Угадай персонажа Венсдей. Это типа разные игры. Просто вот так вот подходишь и угадываешь. Типа мама Венсдей. Ой, а нас закрыли. Это мама Венсдей, напишите. Мама Венсдей, блин, нахрен я сюда вошла? Меня теперь не выпускают, выпустите, пожалуйста! Мартиша, да, Мартиша. Там это Гомес. Ни хрена себе там. Ты видал, сколько их там? Ёшкины матрёшки. Охренеть. Можно я выйду отсюда, спасибо? Я не хочу угадывать персонажей. Угадай персонажа. Ну, видишь, тут много мини-игр. Угадай по эмоджи. Давайте пойдем в этот. Другие игры с Венсдей. Угадай персонажа Венсдей в темноте. Венсдей Оби. Ну, пошлите в Оби, хорошо. Давайте попрыгаем здесь, чё уж. Раз уж на то пошло. Давай. И раз. Ой, а тут как-то так странно. А в смысле? А чё я опять здесь? Не, я не хочу. Я хочу в Оби. Я не хочу опять отгадывать, не пойми что. И раз, и два, и три, и четыре. О, пропали. Не надо. Эй, появитесь. Спасибо. Ножи. Ой. Они прям едут. А я, кстати, чекпоинты не активировала. Или активировала. Короче, надо по могилкам, да, прыгать? Значит, не будешь прыгать по могилкам, умрешь. Челлендж. Челлендж, чтобы выжить. Ну, кстати, если вам понравятся игры по сериалу Wednesday, то... А, на это не надо нападать. Угу. То пишите, мы поищем еще какие-нибудь с вами игры и обязательно поиграем. Вот тут, смотри, пазли, вещь. Папа, дядька этот, их защитник. Я выбираю черный. Я выбираю белый. Теперь белый, черный, черный. О, логика. Самая выше. О, смотри, машины. Какая прелесть. Какая прелесть. Я прыгаю, пама. Офигеть, а чё так неудобно на них прыгать? Может быть, лучше на капот? Да. Лайфхак, прыгать на капот. Смотрите, это вещь. О, меня держит. Что? А почему? А, в смысле? Подожди, почему? А почему? Что происходит? Почему? Может, на одна пальца? А, наверное, нельзя в ладошку. Надо на пальцы. Все, я понял. О, фига, кассеты. Некоторые, наверное, думают, что такое кассет. Для чего? О, мое любимое. Выбери правильную дорогу, чтобы не свалиться вниз. Обожаю. Что ты? Давай, черная. Неправильно, да черная. А, вот это белое. Черная. 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 О, угадала. Видишь, какая молодец. Я все угадала. Но что-то я не скажу. А, не, ну в принципе нет. Тут все прям по тематике Wednesday. Ой, девочка, извини, я на тебя напрыгнула случайно, я не хотела. Тут прям даже пчелки есть с отсылкой на вот этих вот пчелиных братьев, или как они там назывались. Ну, у пчелок тоже есть такой определенный лайфхак. Можно по крылышкам чуть-чуть дальше пропрыгивать. О, зонтик. Давайте зонтик пропрыгаем с зонтиком. Я, типа, почти что Мэри Поппинс, только я Wednesday Addams. Ну, типа так. На полтычки. Скорее, я больше, знаете, похожа на Энит по скину, чем на Wednesday сейчас. Почему нет? Офигеть там персонажей. Видал, какая тропа по угадыванию? Нормально.
Не, ну зонтик, конечно, загораживает. Он по имиджу. Прикольно. По тени. Блин, интересно придумали. Понятно, почему тут все бегают, играют. И мы тоже. Опа, книжки открытые. Говорят, есть примета, что книжки нельзя открытыми держать. Типа знания теряешь. Но я в это не верю. О, моя любимая, тест на трезвость. Бежим. Дари-та-ти-та-ти-та-та. Ой, о, какой сладкий, вкусный. Меня паук? Пауков не трогаем, понятно. А я думала, пауки мои друзья. Но что-то они оказались не очень. Прикинь, пауки на меня напали. Вот какие заразы. Надо их дихлофосом прийти потравить, раз они себя так плохо идут. О, это же ее этот самый скорпион. Я так думаю, надо... Тихо-тихо-тихо, не надо, тихо, не надо, не жаль меня. Как она его звала, я забыла. Блин, надо пересмотреть теперь, чтобы вспомнить. Я просто не придавала этому значения, как зовут ее скорпиона. Ну, как-то миленько звали. Но я не помню как. Это не важно. Все, мы прошли. Новое обновление уже скоро, но я молодец. Другие игры про Wednesday. Найдите Wednesday. Wednesday обе. Ну, давайте посмотрим другие игры про Wednesday. Что бы это ни значило. А что это такое у нас? Какая-то странная игра. Такой сборник игр про Wednesday у нас сегодня. Найдите Wednesday. Ну, давай. Это мама на кладбище. А я не знаю, где Wednesday. Так она может быть где угодно. Ой, я нашла! Ха-ха, я нашла Wednesday. Вот она где пряталась. Смотри-ка. Я нашла. А кого мне теперь искать? Я так понимаю, ты просто здесь бегаешь, ходишь, персонажей ищешь, да? Кого мне надо еще найти? Как-то странно это все работает, если честно. А, просто собирать картиночки здесь всех. Ой, фу. Какая гадость. Не, ну это неинтересно, просто бегать, собирать всех и все. Всю Академию Nevermore мне вот это вот надо собирать, походу. Ну давайте пособираем, а чё? Сборник игр про Wednesday. Может быть, вы потом мне в комментариях посоветуете какие-нибудь прикольные прям игры, которые нравятся именно вам, именно с Wednesday. И мы в них с вами обязательно поиграем. Ну а пока давайте соберем всю семью Wednesday и не только семью, друзей. Мы уже нашли Паксли, нашли Wednesday, нашли Мартишу, нашли вот эту психотерапевтюлю. А тут нам надо подняться наверх. Наверху, наверное, кто-то спрятан, я даже не знаю, кто. Энит. Там спрятана Энит. Пойдемте ее заберем. Вон она, бедная, сидит. Вообще, мне кажется, было бы прикольно, если бы тут уровни как-то проработали под персонажа. Не просто какая-то коробка такая темная или голубая, а типа, например, были бы там, например, здесь какие-нибудь волки или что-то, какие-нибудь там стояли бы ее всякие прикольные штучки, которые у нее были в комнате, там кровать как минимум. Тогда было бы гораздо интересней. Но мы нашли с вами Энит. Молодцы. Кого мы можем собрать с вами еще? Кстати, если кто-то не знал, вот вам интересный факт. Вот это Кристина Рич, которая в Wednesday играла, соответственно, вот эту вот злодейку-ботаничку, да, которая ботаникой увлекалась. А на самом деле это, ну, это одна из актрис, которая тоже играла когда-то в Wednesday. То есть, если вы посмотрите «Семейку Адамс», там играет Кристина Ричи. И вот, собственно, она играла в сериале Wednesday тоже. Вот такая вот пасхалочка. Дядя Фестер! Дядя Фестер! Дай тебя заберу, ты такой колобочек, такой улыбашка. Все, и остался дядя Фестер, и вот этот остался. Сейчас заодно посмотрим, как его зовут, надо вспомнить. Я вечно забываю, как его обзывают. Колючая. Чего? Какая колючая? Ты что, глупый, что ли? Какая колючая? Могли бы тут змей накидать каких-нибудь поставить? Ну, такой себе, конечно, уровень, скучновато. Бегаешь, как дурачок, вот это вот собираешь. Давайте попробуем найти что-нибудь еще с вами. Посмотрим, какие нам еще предлагают здесь игры. Wednesday Guess Game, Other Wednesday Games. Еще одна игра называется Wednesday Stories. Что бы это ни значило, но давайте пойдем. Ready 3 из 2. Ну, пошли вот сюда, давайте, заходите. Заходите, убедитесь, что вы присоединились к группе. А как я убежусь? Как я убежусь? 5, 6, ну. Надо ждать. Давайте пока посмотрим магазин. Будь вампиром. Не, не буду вампиром, зачем?
Все, начинается. Сейчас интересно даже посмотреть. Вот это что-то уже такое серьезное, уже что-то такое даже интересное. Nevermore. Тельняшки на кровать. О, спасибо. А почему? Я хотела быть в комнате. А, у меня есть соседка. Банана, такая себе соседка, конечно. Ух ты, прикольно. А, пора просыпаться всем, первый день в школе. О, какая прелесть. Ну, давайте. Вы должны хорошо учиться. Давайте. А где учиться-то? Все должны пройти какую-то там хрень. Ладно, пойдем проходить какую-то там хрень. Go to the... 17 секунд у меня, чтобы дойти. А я не знаю, куда идти. Я буду бежать за этой девочкой. Она наверняка знает, куда идти. Это оно? Наверное, к вот этому дядьке надо, принципалю. Я правильно пришла? Доброе утро всем! Так приятно вас здесь всех видеть. Это директриса. Давайте я проведу для вас инструкцию для каждого типа студента. Ну, давай. Это нормисы. Нормисы это типа нормальные, которые. Это волки. Ага, то есть я смогу выбрать, кому себя это самое. Они трансформируются во время, ну, типа, луны и наносят супер много дамага. Это вампиры. Ага. У них есть специальные навыки. А это Венсдей. Одна единственная сидит. Она недавно к нам прибыла. А, дайте мне минутку для каждого. Так, а давайте вы меня переоденете, я тоже хочу учиться. А что дальше делать? А, даю вам минуту, чтобы вы выбрали, кому присоединиться. Ну, давайте к Венсдей. Давайте к ней присоединимся, будем Венсдей. А что я могу сделать? Этих всех покупать надо. О, отлично, время учиться. Ну и чё? Куда, где учиться? О, это я. А можно я не буду учиться? Пожалуйста, идите в класс. Ладно. А где класс? Go to class. Все, пошлите учиться, пацаны. 17 секунд. Ничего себе, мы прям учимся с тобой в Nevermore, представляешь? А я кто? Я хочу быть Баншой. О, Венсдей уже сидит. А что это вы прям рядом с... Ладно, я сяду спереди. Я не гордая. Привет всем! Сегодня я буду учить вас, или я буду учить вас весь этот год, не знаю, что она говорит. Пожалуйста, займите свои места, и мы начнем. А я уже сижу. Сижу-пержу, я снова в школе. Мне пишут в комментариях, что я бываю чаще в школе, чем вы. А сегодня первый день в вашем классе, да, говорит девочка. Что да? А это будет короткий урок, на котором, типа, мы будем вашими питомцами, что? У вас есть питомцы? У меня есть кошка. У меня есть питомец рука, говорит Венсдей, и его имя вещь. Я не понимаю, зачем давать имя руке. Твоя рука должна быть моим следующим питомцем. О, ничего себе, она угрожает. Будь милой, это ваш первый день. Нам нужно спланировать веселье. А давайте я куплю себе питомца. Я хочу, чтобы у меня была киска. Go to the контраярд. Что такое контраярд? Что такое контраярд? Это где вообще? Принципил. А я не знаю, что такое контраярд. О, everyone gather around. Это к тебе, что ли, прийти? Сегодня мы будем ощущаться в сказке Nevermore. Давайте найдем друзей и повеселимся. Ну, давай. Убедитесь, что вы не змея. А, типа, ну... Чтоб это самое не заморозить. Отлично, дети, вы готовы? Да. Готовы. Да, да, я говорю, да, я, мими, мими-ми, мими-ми, мими-ми-ми. Тогда вперед, let's go. Ну, вперед. Куда let's go-то? О, нас куда-то с тобой привезли, в какой-то лес или что-то типа того там. О, мы приехали с вами на ярмарку. О, какая прелесть. Давайте я буду кататься на лошади хочу. Садись на лошадь. Эй! Меня не хотят сажать на лошадь. Наслаждайся, короче. А я не знаю, как наслаждаться. Меня не дают наслаждаться. Пустите, Венсдей. Я не могу наслаждаться ярмаркой. А как наслаждаться ярмаркой, если тут не дают наслаждаться ярмаркой?
Бред какой-то. Не входить. Убежал один. Ну все, началось. Потекло говно по трубам, история закручивается. И куда ты побежал? Сейчас мы за ним должны проследить. Куда это он там побежал? Ой. Ребята, у нас проблемы, мы должны ему помочь. Ну побежали, поможем, конечно. Let's go, говорит тельняшка. Конечно, это веселее, чем на ярмарке. Вперед, Wednesday. Идите на помощь. Я тебе помогу. Ой, там чьи-то ноги стоят. Это кто? Это Хайд, типа? А че он голубой? Он посинел. А че он посинел? Нет, не ешь его! Не трогай. Что я делаю? Я, кажется, нюхаю его бебру. Отодвинься. А! Ой. Он с ним что-то сделал. Он умер. Да ладно, как вы догадались. Не, мне кажется, он подает еще признаки жизни. Глаза открыты. Почему он не убил нас? Потому что... Дети, вы где? Мы на трупе. Веселая у вас школа. Давайте вернемся назад скорее. А мы не будем говорить взрослым о том, что здесь произошло убийство? Не говорите ей ничего. Мы должны решить эту проблему. А можно настучать? А она что-то скрывает. А, так, что вы делали в лесу, говорит? Ничего, писали, посикать бегали. От кустики так сик-сик. Мы услышали шум и решили проверить. А, ладно, время вернуться назад. Мы даже не успели повеселиться на ярмарке. А нас уже возвращают с вами назад. За что? За что? Ну, let's go, чё. Раз уж мы учимся с вами в Невермаре, то что поделать? Отлично. Уже достаточно поздно. Идите спать. Идите обратно в свои комнаты и спать. Ладно, спасибо. Пойду найду свою комнату. Я что, помню, где она? Ой. 20 этих самых секунд, чтобы найти в комнату свою. А если я не выполню? О, тельняшка. Это моя комната, кстати. Все, я в кровати. А я, кстати, со стороны Wednesday. Внезапно. Видишь, игра как чувствует дух Wednesday. А, спокойной всем ночи. Спасибо. Так, а что тут? Это типа все? Такая типа великолепная история. Проснись и пой, говорит. Ладно. Пожалуйста, идите в класс. Опять? Ну что началось-то опять вот это вот? Мы только что и делаем, что учимся. Go to the Contart. А, ну Contart-то вот эта вот баба. К ней постоянно приходить надо. Ну вот я здесь. Одна единственная. Ребята, мы должны сделать что-то с монстром, говорит Wednesday. Я не знаю. Выглядит это опасно. 5 человек не убьют. Мы должны его остановить. Так нас 3, ты считать не умеешь. Отлично, мы поможем. Давайте сделаем план. Ну давайте. Пусть Wednesday придумает, она явно шарит. Так, давайте сегодня типа соберем больше информации ночью. Отлично, давайте сделаем это, говорит тельняшка. Видишь, какая я молодец. Глаза, стекло, пастик. Видишь, я общаюсь, я общительная женщина. А позже ночью. Кажется, потихоньку разэтывается. Спокойной ночи всем. А мы сейчас куда-то пойдем? Мне нужно найти комнату Wednesday или что? Окей. Время пришло. А у меня дверь не открывается. Будьте осторожны. Здесь везде камеры. И камеры. Не попадайтесь им. Ну, чтобы вас типа не увидели. Ну, ладно. Давайте, открывай дверь. Вещь покажет, куда тебе идти. А где вещь? Пусть показывает. Следуй за вещью. Вещь, стой! Подожди, не убегай! А, вещь, стой, стой, стой! Да вещь, подожди ты! Не беги-то так! А, ой! Вещь, стой, 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 стой! Стой, 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 мне нельзя попадаться на камеры. Подожди, ты куда ты бежишь? Ой. Далеко еще бежать? А-а-а! Ой. Ой, мамочки. Ой, мамочки. У меня почти получилось. Я здесь, Wednesday, я одна единственная до тебя добралась. А чё? А где все остальные? Она говорила, что 5 человек, а я типа одна.
Ну чё, Венсдей, мы теперь с тобой подружки. Я же говорю, я Энит. Я твоя личная Энит, реально, посмотри. Мы с тобой реально подходим друг к другу. Сейчас, подожди. Во, смотри, ты и я. Я реально, я Энит, а ты это. Посмотри, мы реально, мы с тобой как и не я. Чмок тебе. О! А, поздравляю, ты это сделал. И что теперь? Давай, план ты говорила. А, давайте пойдем это там, полазим. Ну, пошли полазим. Гоу лазать. Бежим за Венсдей, она нам что-нибудь покажет. Она шарит, куда бежать. Мы идем это с вами, проверяя, куда бежать. Куда, выбери, куда идти. Left, right. Не знаю. Низню. Пойдем налево. Откуда я знаю, куда идти? Я не... О, видишь, я правильно выбрала. Там вон пещера, дырка какая-то. О, видишь, я правильно выбрала. Как жопу чувствовала. Пещера! Должно быть, здесь живет монстр. А я умею, да, нагнать шуму. Я так тоже считаю. Давайте не будем шуметь. Давайте. Мы пришли сюда за ответами, так что пойдемте внутрь и найдем их. Ну, пойдемте. Он тут явно кушает. Он тут явно жрет. Вот это я понимаю. Какая-то здоровая пещера, как будто ее в Майнкрафте рыли. Я не чувствую ничего хорошего для нас. А, не будь ребенком, все будет в порядке. Нет. В смысле? А, он здесь! И что делать? Защищайтесь, ладно. Ус-собака! Ус-собака! У-у-у! Мы гопники! А-а! Лупи его! Лупи! Девочка, беги! Беги! Не умри только! Девочка! Я не могу его догнать, девочка! Под пендели не попадай только! Матерь моя божья! Хорош! Мы его залупим с тобой вместе! Давай! А почему нам Венсдей не помогает? Меня убили! Нет! Я умерла! Нет! Как так? Ну, короче, ребят, если вам понравилась игра, то мы с вами обязательно в нее еще поиграем. Подписывайтесь на каналчик, это были игры про Венсдей, а вот эту игру мы с вами запомним. Надо в нее поиграть. Если что, давайте поиграем даже с вами вместе. Я об этом напишу в своем телеграм-канале Тилька Плей. И вы присоединитесь. В общем, пока, господа.